Чемпионы, у нас реально для вас крутая новость. За моей спиной аквакомплекс Лужники. И у нас есть 10% скидка на разовое посещение по промокоду SILVERSWIM. Все подробности в описании. Кстати, наша скидка суммируется с той, что сейчас доступна при покупке билета онлайн. Так что 20% это очень круто. Пошли плавать. Провал руки на вдохе, потеря баланса и стабилизации тела в воде, падение внутрицикловой скорости – все это следствие одной ошибки – позднего вдоха. Сегодня мы это разберем. Сейчас вы увидели ошибку, которая присуща большинству любителей плавания. Это провал руки на вдохе. Потому что рука выступает в роли опоры, когда вы поздно поворачиваете голову на вдох. И особенно, когда вы ее еще и поднимаете наверх. Вот это правильный вдох. А когда вы слишком сильно заворачиваете голову, вы теряете стабилизацию тела, то есть устойчивость тела в воде. Еще одна ошибка – это поздний выдох. Когда вы делаете его уже на поверхности воды, у вас просто нет времени для того, чтобы вдохнуть. Тем самым вы удлиняете время вдоха. Когда вы делаете поздний и долгий вдох, это ведет к нарушению ритма и, как следствие, к скачкам внутрицикловой скорости и падению скорости в целом. Как нам это все исправить? На нашем канале существует много различных упражнений, которые позволяют работать над каждой из перечисленных ошибок, и они будут по ссылке в описании. Но начать стоит с того, чтобы помнить, что вы всегда провожаете взглядом руку на грибок для того, чтобы впоследствии сделать правильный вдох и вовремя. Чемпионы, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. И я напоминаю вам про 10% скидку на посещение этого чудесного бассейна. И она суммируется с той, что доступна сейчас на сайте при регистрации онлайн. Увидимся в Лужниках.